До начала учебного года 3 недели. За это время необходимо завершить реконструкцию Веденской школы в Звенигороде. Сейчас строители уже приступили к чистовой отделке стен. В настоящий момент выполнено более 65% строительных работ. На втором и третьем этажах уже сделали стяжку полов и провели монтаж системы электроснабжения. Сегодня мы с родителями согласовывали колер кабинетов, в какие классы дети придут, в какие колер будут окрашены рекреации, вестибюль, то есть то, с чем наши дети уже столкнутся с 1 сентября. Работы ведутся практически в круглосуточном режиме, и по многим видам уже есть опережение по графику. Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения обязательно завершат к 1 сентября, чтобы провести торжественную линейку в обновленной школе. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».